На нашем уровне первый тайм, а потом, я думаю, что гол, который мы забили первый, он немножко дал нам самоуверенность, и мы так вернулись в игру, и на концу мы забили второй, и я думаю, что вот это большой трофей за клуб, для болельщиков и для всех, которые любят Челси. Как получилось так, что гол забили в самом конце? Никто не держал или просто верно выбрал позицию? Я просто увидел. Мяч летит ко мне. Я попробую. Сначала я подумал вернуть передачу на вторую штангу, но потом увидел, что у меня есть возможность забить. Я думаю, что вот это бывает один раз в карьере. 10 дней Челси будет обладателем сразу двух трофеев. Это важно для Челси, для вас? Да, я думаю, что у нас был очень тяжелый сезон, и мы на концу заслужили вот это, чтобы закончили сезон с трофеем. По-моему, и у Тимура вот такая ленточка была.